Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто смотрит наш канал, кто пишет комментарии, кто поддерживает Олега Зубкова в это непростое время. Читаю, друзья, ваши комментарии и вижу, у скольких людей болит душа, болит сердце за то, что Олег Алексеевич Зубков находится сейчас в СИЗО, вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы развивать свои парки. Так вот, друзья, хочется в это непростое время, время полное беспокойства для вас. Сейчас знаю, что у всех, кто поддерживает, кто является давними нашими зрителями, давними сторонниками Олега Зубкова и поклонниками его парков, хочется хороших новостей, хочется как-то больше поверить в то, что эта несправедливость закончится в момент рассмотрения апелляции Верховным судом Крыма. И, друзья, действительно, есть неплохие такие новости. Во-первых, председатель Верховного суда Российской Федерации обратился ко всем судьям России с призывом как можно меньше арестовывать, как можно меньше лишать свободы предпринимателей за незначительные нарушения закона. В случае Олега Зубкова мы с вами уверены, что это вообще полная несправедливость, и вины никакой его в этом нет, потому что не было злого умысла и не было ничего подобного. Второй момент. Министерство юстиции России также обратилось к судьям с той же просьбой, чтобы как можно меньше выносили приговоров о лишении свободы предпринимателей за незначительные нарушение закона. То есть, друзья, я думаю, что два таких мощных посыла со стороны главного судьи России и со стороны Министерства юстиции должны как-то повлиять. В момент рассмотрения апелляции, я думаю, что адвокат должен акцентировать внимание судьи на этом, да и сам судья наверняка в курсе этих послание. Это первый хороший момент, друзья, которым хотелось с вами поделиться. И второй момент, тоже очень хороший, я бы даже сказал прекрасный, потому что, друзья, начали выходить сторонники в поддержку Олега Зубкова в разных крупных городах. Это очень здорово, это очень радует, но, друзья, все-таки отдельное спасибо, отдельную благодарность хочется выразить московским сторонникам, которые на прошедших выходных вышли к администрации президента, собирали подписи за освобождение Олега Зубкова и, более того, пошли на прием в администрацию президента, где их приняли, выслушали и пообещали разобраться в ситуации, имеющимися у них инструментами, способами и так далее. Это, друзья, очень, я считаю, сильный шаг, потому что все-таки все, мы с вами знаем, решается всегда в столице. Если в Москве примут какое-то решение по данному вопросу, хотя и приходят письма с администрации президента, что никак не влияют на судебную власть в стране они, но тем не менее, раз они людей выслушали, раз обещали разобраться, то будем надеяться на какое-то содействие в данном вопросе, потому что, к общественному мнению, сейчас особенно в такое время тяжелое, я уверен, что прислушиваются и будут стараться идти навстречу. Ну, по крайней мере,
хочется на это надеяться и хочется в это верить. Вот такие интересные, друзья, моменты хотел вам сообщить, потому что знаю, что очень многие беспокоятся, переживают. Я и сам такой, что, честно говоря, все эти дни даже, вы знаете, хочется иногда включить какую-то комедию, посмеяться, но не получается. Все мысли о том, как Олег Алексеевич в этой ситуации уже месяц, друзья, месяц человек находится в СИЗО. Ну, это просто немыслимо. Но, тем не менее, друзья, надежда большая на нас. Да, адвокаты делают свое дело. Но, как вот я уже повторюсь, и ваша огромная поддержка тоже имеет огромное значение. Тем более я вижу, наблюдаю, что эта поддержка растет с каждым днем. Отдельно хочется поблагодарить Анатолия Гусаковского, который присылает фото, видеоматериалы, сам активно участвует. Молодец, мы его все с вами прекрасно помним еще с той адвокационной кампании по делу по прикусу Ольги Соломиной. И вот я тоже смотрю видео, фото. Много тех сторонников, которые тогда участвовали, много новых лиц. И это очень здорово, друзья, очень здорово иметь такую народную поддержку крымскому созидателю, которая, видите, оказывается, к сожалению, часто нужны почему-то. Что ж, друзья, еще раз призываю всех, кто проводит какие-то интересные мероприятия, публикуйте информацию в нашей группе ВКонтакте «Парк Львов-Тайган, Изюминка Крыма», предложку заливайте новости, информацию, посты, да и просто без акций кто-то хочет написать пост поддержки, а таких людей очень много, кто хочет быть услышанным, увиденным. Вот, пожалуйста, друзья, есть такая возможность, это площадка для всех сторонников, единомышленников, там можно как раз вот размещать свою информацию, комментировать, обсуждать в комментариях. И, друзья, все это вместе, это и есть вот такая большая системная работа для того, чтобы общественное мнение действительно усиливалось в поддержку крымского созидателя Олега Алексеевича Зубкова. Что ж, друзья, уверен, что наша армия добра победит и в этот раз. Мы вместе. А когда мы вместе, мы непобедимы. Всем огромный привет и огромное спасибо, друзья!